Всем здравствуйте. Недавно пришел ко мне трактор, точнее трактор-то мой, отправлял на доработку в Красноярск Пашину Павлу. Вот примерно вот так вот выглядит. Вот мой трактор Kubota 301 джелька. Вот. Из Нижнего Новгорода я отправляю главный трактор. Ну, доставка, конечно, дороговатая, но ближе я ничего не нашел, скажем так. Попросил его поставить, значит, трехрычажный мне делитель. Вот. Это два рычага управления куном. Вот эти два. И третий рычаг у меня с перспективой на самосвальную телегу. Ну, и до подключения всякой, значит, навесного оборудования дополнительного. Вот. Снега у нас, ну, в этом году очень много. Вот. Задача вот разгребсти вот эту вот кучу и вот эту кучу перевалить ее на соседний участок через забор. Сейчас поставлю. Ну, скажу, все сделано качественно. Порадовал меня данный помощник. Вот. Все вот тут. Были небольшие проблемки, но это временно. От масла потекает. Переберу вот это соединение чуть попозже. Вот. Остальные я соединение подтянул. Но это должно было быть. Масло нагревается в процессе работы. Вот. Гайки ослабляют. Посадочные места дают слабину. Но я доволен. Доволен. Оно того стоило. Это не реклама, это мне помощник, территория у меня большая, чистить много, в этом году действовал много снега, поэтому Павлу большое спасибо, качественно, в срок, быстро, да, спасибо.